день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Предлагаю сегодня связать ушки для нашей шапочки, при всем при том, что шапочка вот здесь вот будет сейчас обвязочка, и вот такие красивые ровные ушки. Я вам дам расчет правильный, вот, который подходит абсолютно для любого размера, для любого объема шапки. Вот такие ушки в правильной пропорции. Мы будем учиться сегодня вязать. Добрый день! Сегодня хочу рассказать, сделать расчеты, как вязать ушко абсолютно на любой шапке, взрослой, детской, неважно, абсолютно любого фасона. Расчет всегда один. Для начала мы считаем количество петель, которые у нас есть на шапке. Вот. Пропорции должны быть для любого расчета, любого объема, размера для ушек. Сначала мы считаем объем петель, делим его на 5. И вот эту часть, одну часть, мы всегда оставляем. Одну часть на ушко, вторую часть на затылок, третью часть на ушко и две части оставляем на лицо. Вот. Вот таким размером, такой табличкой пользуюсь. Вы можете подобрать любой размер и сделать идеальное соотношение ушек для любого объема вязания шапки. И для детского, и для взрослого. Всегда есть вот одна такая простая формула. Делим все на 5. И одну пятую часть распределяем на ушко, на второе ушко, на затылок и на две части лба. Давайте попробуем. Смотрите, я отсчитала, вот здесь мы довязали до конца, вот 18 столбиков, да? Мы их провязываем, допустим, полустолбиками. Набрали здесь 2 воздушные петли и в каждую вяжем просто ровно, считаем, сколько у нас петель осталось, получается, чтобы не сбиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот. Провязали 18. Поворачиваем вязание. Пропускаем первый столбик, вяжем во второй полустолбик. Вот. То есть в каждом ряду мы с вами довязываем до конца, а начинаем со второй петли. И за счет такого небольшого сокращения получается у нас красивое ушко. Конечно, мы его, это ушко потом будем еще обвязывать столбиком без накида в самом конце. Вот. А пока мы вяжем вот так вот ровно, уменьшая буквально на одну петельку все наши ряды. То есть мы вяжем, вяжем, вяжем. Вот, смотрите, поворачиваем вязание, первую пропускаем во вторую, вот, и мы вяжем, сокращая таким образом, вот видите, оно идет уже сокращение, а для выравнивания мы еще потом сделаем обвязку, и будет очень красиво смотреться. Вот, то есть всегда вы делаете расчет, деля шапку на 5 частей. Первая часть – это ушко. Вторая часть – это место между ушками на затылке. Третья часть – это ушко. Второе. И две части. Две части. Вот последнюю мы не довязываем. Поворачиваем вязание. И первую не вкалываем во вторую петлю. Вот таким образом у нас получается в
формирование нашего ушка. И сделаем потом завязочки, а может пуговицу, это уже, знаете, по вашему усмотрению. Можно еще, есть такой способ, что, допустим, последнюю, предпоследнюю и последнюю петлю связать с одной вершины, чтобы более плавный переход был, тоже можно. Вот. Первую пропускаем во вторую. Получается, наше ушко вяжется достаточно быстро. Когда останется три последних петли, мы их просто-напросто объединим. Вот получается последняя и предпоследняя и последняя. Можно их связать вместе, чтобы было более, может быть, плавный, ровный переход. Этот тоже может быть. Первую пропускаем, во вторую вяжем. Один, два. Смотрите, получается уже вот оно. Последнее, третье, четвертое. Довязали до конца практически. Теперь мы просто-напросто сделаем пару накидов и провяжем все вместе. Все. То есть, вот смотрите, вот такое наше ушко готово. Оно равное с обоих сторон. Вот теперь наша задача обвязать. Давайте посмотрим. Вот это вот наш перед. Здесь у нас больше петелечек. Значит, мы здесь, смотрите, что делаем. Мы ниточку не обрезаем. Не обрезаем. Сделали один накид. И давайте вкалываем в то место, в которое, ну, примерно соответствует столбику с накидом. Мы делаем вот такую обвязочку. Вот делаем такую обвязочку в обратную сторону, и получается, мы выравниваем край, все получается ровно, красиво. Вот так вот. Либо мы это не делаем, просто-напросто здесь, где наши заканчиваются ушки, мы обрезаем. Обрезаем. Вот. Находим место. По 17 оставили. Здесь ниточку привязываем. Вяжем второе ушко. Вот. Точно таким же способом. А потом, когда мы два ушка связали, надо всю шапочку обвязать столбиком без накида. Это будет очень красиво, аккуратно. Вот. А здесь мы просто-напросто делаем 2 воздушные петли подъема. Вяжем, считаем, да? 2, 3. Вяжем точно такое же ушко. 18 столбиков. Пол столбика, девочки. Вот. И вяжем вот точно такое же ушко. У нас оно будет вот так вот на боку. А здесь уже будет обвязка. Вяжем второе ушко и потом начинаем обвязывать. И вот второе ушко я связала. Можно сравнить его с первым, что оно по длине, по размерам. По форме оно абсолютно такое же. Все, и теперь наша задача просто-напросто обвязать столбиками без накида весь периметр шапочки. Вот, и все, и наша шапочка готова. То есть вкалываем примерно в те места. Интуитивно, потому что по бокам у нас нет четких разграничений, где у нас есть столбик, где у нас нету столбика. Но вы примерно вкалываете столбик с одним накидом, вот, чтобы не стягивало, чтобы было все красиво. А здесь, где вы выходите на столбики, вы уже вяжете по столбикам, здесь по петелькам, здесь уже все легко, красиво получится. Обвязываем всю нашу шапочку, вот. Все получается ровно, красиво, и у нас получается вот здесь можно сделать завязки в самом конце для шапочки. Можно так оставить, тут уже как вам больше нравится. Вот. Таким образом наша шапочка готова. Мы ее обвязываем. И смотрите, пропорции какие. По вот так вот. Ушки, смотрите, немножечко на боку всегда остаются у нас. Чуть больше места на лицо. Чуть меньше на затылок. Эти пропорции, они соблюдаются при вязании
любого размера шапочки. Вот. Так что давайте довяжем и будем носить с удовольствием. Всем приятного просмотра, легких петелек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.